Садитесь, пожалуйста. Вот это большая часть моей коллекции, поскольку еще часть полок, 6 полок, находится еще в коридоре, оно уже не умещается. По экспонатам коллекции Натальи Белоконевой можно изучать карту мира. От Америки до Китая. Более 500 свистулек, привезенных из разных стран. Женщина говорит, собирать коллекцию начала 25 лет назад, во время одного из путешествий по Волге. Выбор сувениров в советские времена был небольшой, поэтому в память о своей поездке в Чебоксары Наталья Николаевна купила 3 глиняных петушка и, как говорится, вошла во вкус. Сейчас пополнять коллекцию ей помогают родственники и друзья. Есть из Польши вот такой вот из Польши свисток. Есть вот из Казахстана, посмотрите, такая вот юрта. Это тоже свисток, юрта. Такая. Вот смотрите, украинская очень интересная, хатка беленая. И там еще вон украинский. Это мне зять в основном возит. Свистеть люди начали много тысяч лет назад. Историки говорят, первые фигурки имели форму птиц. Для язычников они обладали магической силой. Их звук отпугивал злых духов, призывал дождь в засуху. Свистулька сочетает в себе элементы 4 стихий. Сначала гончар смешивает землю и воду, чтобы получить фигурку. Затем изделие обжигается огнем. Последний элемент – воздух необходим, чтобы готовая свистулька издавала свой звук. От малого до великого, говорят, размер имеет значение. Однако в отношении свистулек это правило не работает. Раздавать свист может как эта громадина, так и такая малютка. Наталья Николаевна говорит, ее заветная мечта – побывать в единственном в мире музее свистулек. Он находится в Северной Италии. Однако жителям Самары повезло. Чтобы полюбоваться необычной коллекцией, ехать далеко не надо. Наталья Белоконева готова показывать музыкальные фигурки всем желающим. В коллекции есть не только кошки и птички, но даже инопланетянин и политик-коррупционер. Ярослав Хлопотунов, Владислав Манин, «События».